Мужская половина населения в эти дни ломает голову не только над словами поздравлений, но и над выбором подарка своим любимым. Мы попытались узнать у жительниц Мурманска, что они хотят получить на 8 марта и часто ли оправдываются их ожидания. А что для вас вот самый ожидаемый подарок? Какой? Ой, не знаю. Мне все равно. То есть вы будете рады любому презенту? Да, да. Почему вы думаете, что цветы – это самый такой удачный подарок? Ну, у нас в Мурманске весна, она очень зимняя, поэтому цветы, они актуальность не потеряют, особенно если цветы выбрать с умом, зная именно какой цветок любит ваша девушка или женщина. Что подготовить для своих женщин или для женщины любимой? Пока еще нет. Ну, а что планируете закупить? Цветы, наверное. А самый какой-то, может быть, хороший подарок, что вам дарили? Может, вспомните? Хороший? Ой, это, наверное, телефон был. Какой? Там, айфон. Я люблю мерить, за собой следить, и дочери сказала, слишком ничего не надо, мне вы померить свой холестерин и глюкозу, купите мне, пожалуйста. То есть вам нужен какие-то аппараты, прибор? А прибор у меня есть, а эти вот всякие полосочки. Полосочки, тут кровь пустить немножко и проверить. Большой букет цветов. Почему такой выбор? Им нравится, всем, по-моему, женщинам. А какие вы любите цветы покупать? А это зависит от вкуса напарницы и женщины, которые дарю. Ну, у меня дети, зятья в основном, но муж тоже, ну, так. Дарят подарки, дарят разные. Ну, уже за всю жизнь все подарки были, поэтому желаний-то определенных нет. Внимание близких – самое основное. И здоровье, конечно, всем.